Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Здравствуйте, здравствуйте еще раз всем. Este fin de semana, o sea, ayer, unos amigos nos han invitado a salir, a pasear, a almorzar fuera de Lima y nos vamos ahora saliendo de Lima. Воскресенье нас пригласили выехать за город, наши друзья, пообедать. И я заснял несколько моментов. Вот смотрите, это небо Лимы. Серое все. Вот климат такой. И когда вы посмотрите, когда мы выехали, вот 23 километра отъехали от Лимы, климат совсем другой, солнечный, теплый, вот, все меняется. Ну, вот это снимаю дорогу, автотрасса, выезжаем из города. Esto es la carretera, ya estamos saliendo de la ciudad. Hay pueblos aledaños, вот, пригородные кварталы. Вот такая панорама. Все такое серое небо, туманное. Вот. Ну пока трафик свободный. Mientras tanto, no hay tráfico por ahora. Ya más adelante va a haber. Nos vamos a estos 23 kilómetros nos vamos a pasar en 1 hora. Aunque parece increíble, pero sí hay tráfico mucho. Así que вот, пока что движение свободное, трафика нет. Вот, но все-таки эти 23 километра мы проехали за час. Вот. Так что трафик будет потом. Вот так. Продолжаем дорогу. Вот, начинаем выезжать. Приближаемся где-то на половине пути вот здесь, и начинает появляться солнышко. Видите, небо уже не такое серое. Ya a la mitad del camino, como pueden ver, el cielo ya no está tan gris, ya se puede ver los montes. Ahí cruzamos un río, cruzamos una vez, después vamos a cruzar una vez más. Okay. Ya estamos llegando al clima soleado. Ven, y aquí llegamos a Chaclacayo, que ya es a 23 kilómetros de Lima. Y miren, acá la gente anda con manga corta, con polos, hay sol. Вот, приехали 23 километра от Лимы. Видите, здесь люди в майках с коротким рукавом, тепло, солнце. Совсем другой климат. Ну вот, немножко истории, посмотрим, что там у нас пишут в парке. Ну, такой небольшой парк, совсем маленький городишко. Ну, моя жена. Вот. Ну, здесь смотрим, вот памятник какой-то есть, вот телега с петуниями. Здесь мы немножко погуляли по центру, а потом пошли обедать. Вот это в ресторане, такой ресторан под открытым небом. Здесь как бы вот модель печки там дальше бар, вот, и есть, это как бы дом такой, вот, здесь даже есть бассейн у них. Так, я немножко поснимал здесь небольшой такой бассейн.
Вот, есть у них даже большая черепаха такая, но она у нее был сонный час, то есть не выползла. Но черепаха большая, весит килограмм 50, да, вот, и где-то около метра. Вот, ну а здесь это мы уже на обратном пути, немножко здесь прихватил какие-то плантации. Вот, уже темнеет, видите, на горе там огни. Вот, уже темнеет. Но здесь у меня телефон не повернул, и все записано вверх ногами. Ese es el camino ya de regreso, ya está oscureciendo, como pueden ver. Otra vez estamos cruzando el río. Aquí pasamos por el pueblo de Huachipa. Ya están todos con luces. El transporte, los carros, y aquí hay bastante tráfico. Вот здесь движение не такое быстрое, вот пока проедешь через эти городки все маленькие, а там пробки. Вот, выезжаем наконец на автотрассу и направляемся в Лиму. Уже темнеет. Ну а сейчас вот прямо уже стемнело и начало даже моросить дождик такой, ну как его назвать, он как бы такой густой туман, мжика такая, водяные капельки. Вот, въезжаем в Лиму. Возвратились. Но ничего, день прошел в приятных беседах, пообщались, давно не виделись, пообедали вкусно. Вот. Ну и отдохнули морально, скажем так. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Завтра увидимся на уроках, как всегда. Hasta mañana, ahí llegamos a Lima. Todo oscuro de noche, pero pasamos muy bien. Hasta mañana entonces.